Всем привет! Сегодня я подготовила для вас видео о новинке в моем уходе, а именно о швейцарской сыворотке H-Stop. На самом деле я довольно редко делаю видео об уходе, и этому послужило много причин. В первую очередь, потому что я редко нахожу какие-то средства, которые достойны того, чтобы о них делать прям отдельное видео. И во-вторых, потому что я сейчас нахожусь в таком как бы странном переходном периоде, и я не говорю о переходном возрасте там лет 16, а я говорю о том периоде, когда у тебя появляются уже какие-то морщины, и ты сталкиваешься с проблемой того, что нужно уже их как-то, наверное, решать. Уже нельзя полагаться только на природу, на естественный коллаген, на упругость кожи и так далее и тому подобное. Но в то же время у меня еще остались мои, как бы, как это сказать, даже подростковые проблемы, то есть лицо у меня до сих пор проблемное. И довольно мало в целом существует линей, которые направлены на то, чтобы бороться и с какими-то прыщиками, и с морщинами. За всю историю вообще моей работы с косметическими компаниями, да, знакомства с ними, я только у Paula's Choice нашла линейку, которая направлена как на прыщики, так и на борьбу с морщинами. Но она, к сожалению, мне категорически не подошла, поэтому я продолжила свои поиски. И если вы видите меня не первый раз, то, наверное, знаете, что самая моя любимая и обожаемая сыворотка – это Michael Todd Anti-Ox. Это единственное средство было до недавнего времени, которое помогало мне бороться со всеми моими проблемами одновременно, и после использования которой я действительно видела результат, а не так просто намазал, что не намазал, хуже не сделала, лучше тоже не сделала. И так как сыворотка, это нельзя пользоваться постоянно, так как она вызывает привыкание, нужно ее с чем-то чередовать, я была в поиске какого-то другого средства, которое будет работать аналогично. И вот довольно давно я начала пользоваться сывороткой H-Stop. Изначально, когда я только увидела название, я сразу подумала, что сыворотка рассчитана на какую-то уже более возрастную кожу, что в принципе так и есть, потому что главная заявленная характеристика этой сыворотки заключается в том, что она помогает разглаживать глубокие морщины. Глубоких, прям сильно глубоких морщин у меня нет, но в то же время я проконсультировалась и узнала, с какого возраста можно ею пользоваться. Потому что, когда я попала на сайт, я не совсем поняла, с какого возраста можно ей пользоваться. И меня проконсультировали, сказали, что можно начинать ей пользоваться с 30 лет. Мне уже практически 30 лет, там пару месяцев осталось, и больше здесь все, наверное, зависит от того, в каком состоянии ваша кожа. Если вы в 30 лет выглядите на 18, понятное дело, этот продукт не для вас. Но если вы в 20, у вас уже есть мимические морщины глубокие, у вас есть какие-то зоны, которые вам не нравятся, с которыми явно уже надо начинать бороться, тогда вполне возможно, что вам стоит посмотреть в эту сторону. Значит, расскажу предысторию, что конкретно мне не нравилось и до сих пор, наверное, еще не нравится в состоянии моей кожи. В первую очередь, у меня кожа обезвоженная. Это говорят мне все косметологи, и даже не имеет значения то, что в последнее время, вот когда я сидела на диете, я старалась регулярно пить воду 2 литра в день, не меньше. Тем не менее, кожа все равно достаточно обезвоженная, из-за этого появляются мимические морщины. Самые главные мои проблемы на лице, как я считаю, по крайней мере, это вертикальные морщины в зоне лба. Также у меня здесь есть морщина на переносице довольно глубокая. И что мне особенно не нравилось, это состояние моей шеи. Шея – это то место, которое выдает возраст практически сразу. И я вот так вот посмотрела на видео других девчонок, которые приблизительно моего же возраста, у них шея вообще настолько гладенькая, подтянутая. У меня же, я вот смотрю свои видео, которые я пару месяцев назад снимала, до того, как я начала пользоваться этой сывороткой, и у меня все лицо какое-то более одуловатое, что ли. Вот эти морщины на шее были довольно впалыми. Я бы сказала, что они были слишком явными, даже учитывая то, что мне там не 40, не 50 лет. И когда я поняла, что мне действительно есть с чем работать, то я начала уже больше смотреть в сторону NTH. Я не знаю, в курсе вы или нет, но проблема с морщинами довольно серьезная, в целом я имею в виду, потому что если затянуть слишком далеко и дождаться, что у вас уже будут действительно глубокие, такие устарелые морщины, то их вы потом сможете исправить только
аппаратной косметологии или пластической хирургии. Поэтому все косметологи рекомендуют с 30 лет уж точно очень сильно заботиться о состоянии своей кожи для того, чтобы поддерживать уровень коллагена, для того, чтобы поддерживать упругость кожи, потому что после 30 коллаген вырабатывается все меньше, меньше и меньше, поэтому мы больше обвисаем, поэтому больше появляется морщин. И, как я и сказала, смотрите всегда на состояние своей кожи. Если у вас в 30 все идеально, вам незачем бежать и покупать антиэйдж. Если у вас есть чем бороться, то тогда присмотритесь к определенным средствам. И если мы сейчас с вами поговорим конкретно об этой сыворотке, то я ей пользуюсь все-таки относительно недавно, то есть около месяца, наверное, может быть чуть больше месяца, и я уже вижу результаты. Я в этом деле довольно удачный подопытный кролик, потому что практически вся моя жизнь за последние несколько лет задокументирована и есть на YouTube. Поэтому если я не вижу какой-то видимой разницы, потому что я вижу себя каждый день в зеркале, я всегда смотрю свои видео несколько месяцев назад или тогда, когда перед тем, как я начала чем-то пользоваться, и смотрю на видео, насколько я вижу разницу. И что касается этой сыворотки, мне кажется, что она очень сильно мне помогла с зоной шеи. Конечно, морщины у меня здесь не исчезли, они наверняка и не исчезнут полностью, но в то же время они намного менее заметны, кожа намного более упругая и приятная. Что касается морщин на лбу и вот этой морщинки между бровями, то там, мне кажется, еще больше эффект я вижу. Меня он безумно радует, потому что это именно то, чего я и хотела. Поддерживать кожу в тонусе, чтобы она была увлажненная, чтобы она была сияющей. И в то же время это такой вот просто приятный бонус. Эта сыворотка абсолютно никак не заявлена как сыворотка, которая будет бороться с проблемной кожей. Но в то же время она работает приблизительно так же, может быть, даже чуть-чуть лучше, чем Майкл Тодд. Да, я это сказала. Может быть, мне эта сыворотка даже больше, чем Майкл Тодд нравится, потому что от Майкл Тодд у меня не было такого сильного эффекта в плане выравнивания морщин. И вот эта сыворотка выигрывает по сравнению с Майкл Тодд. Чем она проигрывает? Это ценой. Сыворотка довольно-таки дорогая. Это швейцарская сыворотка. Но опять-таки, так как эта сыворотка рассчитана на возраст от 30 и выше, и если вы и так покупаете себе довольно дорогой уход, то я вам очень рекомендую посмотреть в эту сторону, почитать отзывы, посмотреть до-после, посмотреть мой пример, насколько он вас впечатлил, потому что меня сыворотка действительно впечатлила, хотя я не подавала сильно много надежд и не думала, что я найду что-то лучше, чем Майкл Тодд. Основные компоненты, которые здесь работают, это стволовые клетки альпийского эдельвейса, и также здесь есть гиалуроновая кислота в составе. На сайте заявлено, что в составе используется более 1 миллиона стволовых клеток альпийского эдельвейса. Я, конечно, это никак не посчитаю, не проверю, но в то же время я могу вам рассказать только о своих ощущениях, о том, как она мне понравилась или не понравилась. В целом, очень мне продукт нравится. Я однозначно буду дальше пользоваться этой сывороткой, вы еще дальше будете наблюдать эффект, который будет у меня на лице. Но сейчас я уже вижу, что она нацелена на те проблемы, которые меня очень волнуют. Это разглаживание морщин, пускай у меня это пока мимические морщины, какие-то первые морщины. Это улучшение эластичности кожи, это улучшение гидратации кожи, это улучшение выработки коллагена, это улучшение структуры кожи. В принципе, я вот даже по комментариям заметила, что очень многие мне пишут, что я в последнее время очень как-то хорошо выгляжу, кто-то мне там приписывает беременность и сияние лица, кто-то мне еще там что-то приписывает. Но, тем не менее, мне кажется, что чем больше я нахожусь в индустрии красоты, чем больше я знакомлюсь с разными брендами и пользуюсь разными марками и разными средствами, тем больше вы видите результат, потому что я для вас, грубо говоря, подопытный кролик, который все пробует на себе и потом просто рассказывает вам. И это, наверное, все, что касается ее основных качеств. Что могу добавить? Консистенция довольно жидкая. И когда вы наносите сыворотку на руку, то в ней явно видно такой перламутровый, розово-голубоватый такой вот эффект.
И когда вы наносите эту сыворотку на лицо, то она сначала немножко такая липковатая, вернее, сначала она такая довольно скользящая по лицу, а потом, когда вы уже заканчиваете нанесение, она становится немножко более липковатая. Я наношу эту сыворотку только на ночь, днем я ей не пользуюсь, и, в принципе, я так поняла, что так и рекомендуется ею пользоваться. Если вас этот продукт заинтересовал, я, конечно же, ссылку для вас оставлю внизу. Там, кстати, бесплатная доставка по всему миру. Это такой приятный бонус, потому что сыворотка довольно дорогая. Если бы еще нужно было за доставку платить дорого, то было бы вообще обидно. А так, в принципе, я, наверное, буду на этом заканчивать. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить мне палец вверх, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Если что-то вас еще интересует, может быть, я что-то забыла упомянуть или что-то, о чем-то забыла рассказать, то спрашивайте, я с удовольствием отвечу. И сейчас буду с вами прощаться, увидимся с вами в следующих моих видео. Пока! Честно вам признаюсь, что сегодняшнее видео, наверное, для меня самое сложное за все время, что я делала видео о правильном питании и похудении, потому что на самом деле делается все буквально за 5 минут максимум, а именно поэтому я ее выбрала для себя, потому что мой ритм жизни не позволяет мне слишком много уделять внимания укладкам.